Караванный шелковый путь в первую очередь использовался для вывоза шелка из Китая, с чем и связано его название. Эстетика китайского танца – отдельный вид искусства. Танцовщица оригинального жанра Кайра познакомит вас с ним. Дунь Хуан – танец, воспевающий одноименный оазис и городской уезд в городском округе Цюньцюань китайской провинции Ганьсу, в древности служивший воротами в Китай на Великом Шелковом пути. Thank you.